Порядка 20 семей остались без крова над головой и имущества в результате пожара жилого дома в поселке Искателей. Утром 28 октября в рабочем поселке Искателей Ненецкого округа загорелся дом номер 12 по улице Строителей. По прибытии на место первого пожарного расчета установлено открытое горение чердачного помещения на площади 350 квадратных метров. В тушение пожара были задействованы пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по НАО. Погибших и пострадавших нет. Однако порядка 20 семей, проживающих в поселке Искателей, лишились имущества. Такие данные сообщили в комплексном центре социального обслуживания населения Ненецкого округа. Красный Крест Нарьян-Мара, неравнодушные к чужой беде люди, уже несут вещи для погорельцев. Пожар случился ранним утром. Люди выбегали в чем были. Среди жильцов есть семьи с детьми. Сейчас по индивидуальным заявкам Красный Крест формирует список необходимых вещей на первое время. Его разместят в группе ВКонтакте Красного Креста. Кроме того, погорельцев готовы принять в кризисном отделении комплексного центра социального обслуживания. Вечером в Искателях прошла встреча глав Заполярного района и поселка Искателей с пострадавшими от пожара семьями. О том, какая помощь будет оказана властями погорельцам, расскажем завтра в дневных выпусках программы «Новости».